Думаешь, ты герой? Уильям Джозеф Бласковиц. Ты не герой. О, нет. Тебя обожают только убогие трущобные крысы. Гнилое отребье из вонючего гетто. Но теперь все изменится. Я покажу тебя по международному ТВ. Смотрите, люди! Разве это похоже на героя? Жалкий калека, который мочится в трубу. Все увидят, какой ты никчемный паяц. Лос-лос! О, как же. Тизямхангу. Склони голову. Глупости. Сопротивление не склонится. Мута! Секунд! Sei still! Ich arbeite! Ich dachte, du würdest sie freilassen. Aber das tue ich doch. Ich befreie ihren Kopf von ihren Schultern. Aber du hast gesagt, dass du... Bitte, du hast gesagt! Du machst deine Leibesübung und du verzichtest auf den Zucker! Was haben meine Männer in deinem Zimmer gefunden, als sie es durchsucht haben? Schokolade, Kekse, Limonade, Bonbons. Ganz abzusehen von den kranken Sachen, die du in dein Tagebuch geschrieben hast. Willst du sie befreien? Gut. Nimm! Nimm! Mach schon. Befrei ihren Kopf von ihren Schultern. Du hast mein Tagebuch gelesen. Lenk dich ab! Köpfe sie! Oder du kannst dich auf was gefasst machen. Los! Los, los! Los, 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 los! Sag zu! Ich kann nicht, Mutter. Mach schon! Nein, ich kann das nicht. Mein Tagebuch mit Perversion und verräterischen Worten vollschmieren. Das kannst du. Einige davon waren sogar auf Englisch. Seite für Seite ergießt sich dein widerwärtiger Geist. Du aufgehst wie eine dicke, fette Seekuh. Verstehst du nicht, in was für eine Lage du mich bringst? Ich bin verpflichtet, das zu melden. Du hattest kein Recht, es zu lesen. Caroline Becker, главарь круга Крайзау. Гений преступного мира. Не склоняйся перед ними. Все же нет. Думаю, ты обычный... Небо не творят! Кэролайн! О, нет! А ты не сказал! Überwacht den Meister! Смотри! Как странно! Она только что была здесь. А теперь ее нет. Смотрел ли кто-нибудь с любовью в эти глаза? Как думаешь? Поцелуй. Das ist nicht komisch. Willst du auch ein Küsschen, wie du es in deinem Tagebuch geschrieben hast, auf deine dicken, fetten Wangen? Oder vielleicht gleich auch runter? Zwing mich nicht, zwischen dir und meiner Überzeugung zu wählen, denn du wirst verlieren. Und nun zu dir. Los! Это тоже твой старый друг, да? Хватит! Довольно! Mutter, bitte hör auf, es reicht! Aus dem Weg! Nein! Mister!
меня ухо на месте. Только быстро. Что? Эй, я не жестокий. Нет уж, спасибо. Я могу помочь. Поделюсь информацией. Военными тайнами. Расскажу, как освободить Павлуху. А еще там спасательные капсулы. Я знаю код, чтобы их открыть. Так, погоди. Как нам освободить подлодку? Эта дверь ведет к отсеку управления электромагнитными захватами. Там их можно отключить и освободить подводную лодку. Погоди, ты можешь открыть эту дверь? Да. Мне жаль вашу подругу. Не вздумай раскисать, Уайт. Собери волю в кулак. Чтобы развлечься, нужен только топор и нацист. Если ты еще не в раю, прошу, побереги наших ребят, пока я тут занят. Действую, как учили нас на курсах. Сперва устраняем офицеров.
охранная система. Бак явно взрывоопасный. Пробил новый выход. Thank you.
есть у вас? Кэролайн, мне больно. Одолжишь мне свои крылья? Отсек управления. Хватайтесь за что-нибудь и держите, что есть сил! Погружаться!
Молодец, пан Бласковец! Хороший ты парень, Ингеле! Хороший! Ах!